Всем хай, ребят, с вами Экстер, и сегодня я буду проходить карту, которая называется The Void. Это карта про космонавта, только я в нее вообще не поиграл особо, я просто зашел, посмотрел, там все классно сделано. Самое главное, это то, что оно переведено, вот перевел вот карту, вот Алакей, вот это он. А сейчас давайте приступим к правилам и уже пойдем играть, там все такое. Я не буду читать, что все написано в чате, вы сами это прочтете, потому что так будет интереснее, хоть вы не будете смотреть тупо, а вот что-то там еще делать. Интерактив, вот. Правило. Играть на нормальной сложности, все звуки 100, музыка 0. Я вроде так и поставил. Вот, да. Играть в приключенческом режиме. Это у нас приключенческий вроде бы, поскольку я не могу бить блоки, да. Отключить облака. Сделано. Играть в карту одному. Вроде никого еще нету. Если можете, отключите солнце и луну. Солнце и луна выключены. А играть с обычными ресурс-паком вроде бы у меня обычный, да. Вы можете снимать и выкладывать видео по этой карте, да. Я знаю, я в курсе. Следуем правилам для оптимального погружения в игру. Ага, все сделаю. Нажми здесь для старта. Стратосфера, ну я понял. Так, где мы? Уровень 1, галактика Андромеды в 2078 году. Ох ты ж. Уровень кислорода 3%. Так, нам сказали, что нам пометили цель, вот нам надо направляться к той цели. Так, я вроде бы лечу, да? Сейчас я вверх попробую. Нет, я не могу вверх. Ох ты ж, гляньте, как тут все. Так, нас закрывают. И что дальше? Мы можем как-то нажимать это все открывать? Нет? Шлюз, уровень кислорода 5%. Уровень кислорода 47,5%. Уровень кислорода 100%. Ну, думаю, сейчас он уже нам откроет вот этот люк. Да, уровень кислорода стабилен. Все, открывай. А, я думал, люк нам откроют, а не сразу дверь большую. Гляньте, мы летаем, это так классно. Это прям похоже на космическую станцию. О, привет. Где вверх? Это ты, да? Привет. Здрасте. Я не знаю, чувак, что со мной произошло. Я сам не понял. Я просто скачал карту и все. Ну, да исследовались, наверное. Чё, прости? За что прости? Конечно, можешь, пусти меня на борт. Я хочу летать. Да, я же говорю, пустите меня на борт, я хочу летать. Вот, молодец. Правда, я не понимаю, почему ты вверх ногами сидишь, чувак. У тебя же кровь в голову потечет вся. Ты чё? Не смыслишь? Эй. Новая цель. Центральная станция. А где она? Мы скоро прибудем. Ну да. Все будет. Я присмотрюсь, ребята. Куда мне следует идти? То есть лететь вообще. Ты все еще смотришь? Ты долго будешь на меня смотреть? Или нет? Нет. Ну, ладно. Сюда мне надо, нет? Куда мне вообще надо? Тут тыкать? Тыкать толка нету. А, полетаем, ребята, что ли? Чуть-чуть. Я не летал давно в Майнкрафте, вот на таком высоте и так гладко. Я не знаю, что на нас нацелено. Левитация, ах ты ж, вот оно как.
А, кстати, да, карта сделана на 1.9.1 вроде бы. Я играю на 1.9.2. Но начиная с версии 1.9, они начали делать очень классные карты, потому что есть больше возможностей. Можно там новые текстурики какие-то ставить. Пиксельные вообще, внешние. Я даже видел карту, которая там лимба весь. Вообще. Опля. Ошибка, критическая проблема. Нет, не надо. Чё я наделал? Я ничего не делал. Я просто летал, говорил про версии. Где чё рвануло? Опля. Я думаю, тебя сейчас не засосёт куда-то. Оу. Со мной пришли. Чувак, это инопланетяне, поздравляю. Да, прям на звуки, все это так классно. Быстро иди в... Ага. Космические пираты, видали? Вот, Терминус. Вот этот чувак сделал карту. Следуйте правилам для полного погружения в игру. И это я знаю. Вы мне это уже говорили. Так, куда мне опять лететь? Я вообще, я себя не... О, вот. Мы попали в трен. В плен. В трен. А, астронавт. Несчастный случай. Вот я там вижу кого-то. Вы нас спустите, нет? Ты к нам идешь? Нет, он просто сидит. А что случилось? Ты упал. На тебя просто все обрушилось. Че ты смотришь вниз? Я сзади вообще-то, я спереди. Ты до меня смотри. Слышь? Да. Мы в плену. Кто? Пираты. Космические. Есть такие. Слышал, нет? Думаю, нет. Понял? Денег у тебя есть? Опа, что это было? Громкоговоритель. Ну, я, да, экстрахапи, да. Не знаю. Чувак, ты популярный. Вот видишь, что делает популярность? Куда? Иди к капитану. Как? Вы мне дверь откройте. О, молодцы, слушайтесь меня. Ну? Я же не поползу. Гляньте, классно-то как. Guardians. Мамочки. Мамочки. Мне прям нравится эта карта. Господи, так классно сделано. Я радуюсь, как ребенок вообще. Так, давай я... Здоров. Ну, если мы так здороваемся... Как будто я тебя знаю. Давай я тут погуляю... А, нет, не смогу я погулять. Ах ты ж. Гад. Пусти меня, я хочу гулять. Гляньте, как он стоит. Он даже на меня не смотрит. А, так, координаты новой планеты мы тебе не скажем. Вот так вот, понял? Нет точки. Конечно, секрет. Рассказали в теме, уже секрет. Но... Конечно же, не с несчастным случаем. Вы же там стреляли по нас. Бомбили. Все подстроено. Ах ты ж, гад. Носатые вы чудище. Они зеленые вообще. Чё ты кричишь? Я тебе не скажу ничего. Вот, правильно, я же говорю, я тебе ничего не скажу. И что, меня прям схватят? Прям придут ко мне и схватят, да? Или меня просто под... Чуваки, вы лагаете. Так, я могу от вас бегать? Нет, я не могу от вас бегать. Ну, ладно, по кругу тогда побегу.
Нет, хотя толку нету. Давайте по сюжету все. Возрядиться, давайте. Вот я опять в камере. А где мой дружок? Где вы его попрятали? Слышите? Дайте мне астронавта. Идите к спасательной капсуле. Ну, как я пойду? А, эй, охранник. Сюда иди. Сюда, пошел. Я тебе дам конфетку. Ну, в туалет тоже надо, да. Да-да, серьезно, конечно. Я в туалет и быстро обратно побегу. Ох, ты ж, ё. Это от меня мясо, что ли? Я собрал свое мясо. Escape модуль. Так, быстро. Хдыщ. Нет, пленник, я уже не ваш. Куда вы желаете отправиться? Я желаю пойти домой. На землю. Землю. И мы прям полетим? О, господи. А, нет, меня просто чуть паркнуло. Ну ладно, дорога домой. А, все, давай, открывай. Кто это? Это наши? Найди путь домой. С кем там поговорить? Вы вообще кто? Гай. А, так это... Это же гости. Так. И сейчас скажут, что никаких рейсов нету? Ну да, космические пираты, конечно. Куда мне пойти? Сюда, туда, вот я там вижу ник чей-то. Как мне обратно убежать? Мне надо сражаться с ними. Иди сюда, космический ты. А, он прям зомби. Да, он зомби. Чё ты так подошел-то? Отошли. Ой, чувак, я не хотел. Я тебя случайно побил? Он там бьет одного чувака. Вы чё, совсем оборзели? Уходите от меня. И от них тоже. Как так? Да, но я по-любому их не сразил. Так, ты... Ты плохой или хороший? Чувак, не говори им. Хотя... Ладно. Все, довольны меня отпустить. Йо-хо-хо, капитан, вот это прям вообще. А, 5 часов спустя. Ой, что это у меня было? О, ну это шикарно, я вас поздравляю. Ну... Я все хорошо сделал. Я что, тоже полечу в черную дыру, да? Вместе с ними? О, господи. Что это? Самоуничтожение? Ой, мамочки. Я же ходить уже не могу, я буду прыгать, все. Чувак, я с тобой умру. Иди сюда. Я тебя потолкаю. Так, откуда музыка включилась-то? Я вроде ее отключал. Да, музыка выключена. А, ну значит это надо так. Трагическая музыка, мы поймем вместе, чувак. Че это мне? А, иссушение 2. Мы погибнем. Ну давай, хдыщ, все. А музыка не выключила? Таковой была моя история. Спасибо за игру. А, все? Смысл? Че, прям конец? Мамочки.
Если бы она была еще больше, так, музыка, выключись, пожалуйста. Где она вообще играет? Музыкальные блоки вот. Да она не выключится. Все, да, выключилась. Ура, наконец-то. А карта очень даже хорошая, мне она понравилась. Так классно все сделал. Ты не выключишься, да? Господи, мне просто все выключить надо. Она по-любому не выключится, я все звуки выключил. На. Все. Ура, наконец-то. Так, ребят, мне эта карта очень понравилась. Она очень классно сделана. Если бы вот была какая-то продолжение, сюжет какой-то, то это было вообще гениально. Просто вау. Но все равно, я думаю, вам понравилось, и вы поставите этому видео лайк, там поиграйте, скачайте карту, поиграйте сами. И внизу есть группа ВКонтакте, вы там войдете в группу, потому что надо, там все оповещения, там вообще все. Так что заходите и подписывайтесь. Ссылочка на карту будет в описании, а всем пока, всем до встречи.